Всем привет, друзья, подписчики на канал, с вами Денис Гутэ, мы продолжаем проводить Майнкрафт сериал. Видите, остались мы там, как мы прошли второй эпизод под названием «Нужна сборка», теперь мы начинаем третий эпизод под названием «Да где же мы?» Поехали. В предыдущих сериях Майнкрафт Сторимод. Мы, кстати, опять 50 минут серии будет идти. Говорит, что каждая утрата, каждое испытание. Второй эпизод довольно, кстати, короткий был очень. Находим новых героев. Раз наш искать как-то что осушающий, двигающий бурим. Сторону, да? Ну, это оказывается нет, да? Ну тогда у нас перед началом мы начинаем проходить Майнкрафт Сторимод. Третий эпизод. Не, сейчас скажу, да? Пиздец! Бутерброд, штаны, пол. Окей. Ну ладно, это не очень смешно, потому что... О, да. Именно. У Габриэля иссушение. Как жаль. Тихо. Ну да, впрочем-то. Бедный Габриэль. Ну или Габриэль. Я не знаю, как это называть. Ну, мы, наверное, если этот эпизод такой же короткий, как и второй, тогда мы пройдем его за одну секунду. За одну секунду, я не имею в виду. Не в прямом смысле, да. Логика! Ну, божайшая дверь.
Орден Каны, что ли? Ну да. Ну и что? Только не разбейте его. Опа. Рядом с нами, как я вижу. Нам надо Сарен найти. Сарен это... Админ, ну, как, создатель Ордена Камня. А вон здесь можно проползти ведь. Нет? Да вот, слепой, окей. А куда они ведут-то? А что я говорить ни с кем не могу, я вообще ничего делать не могу. Нам придется копать, наверное, да? Зазвучим рукава. Куда? Ва! Блин, как быстро! Все пучком. А у нас все пучком. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне кажется, лучше, чем бросать амулет. Ольга! Тут мыши сзади! Господи, я посрался, мыши сзади, смотри, обернись, чувак! Давай, сорно. Отлично. Дерьмо, нет. Нормально. Воняет, как и жопа, наверное. Думаю, я не знаю, куда мы идем вообще. I love you, dun-dun-dun-dun-dun. Ладно. Спокойно. Ой, господи. Ой, господи. О май гад. О май гад. О май гад. Yes.
Ладно, короче. Прыгай! Ничего хорошего это не сулит. Вот что, блин, залутаю. Да. Можно выжить, легко даже. Что такое? Бежим! Сражаться придется. Окей. А чё на красный? Ой. О нет. Ой, улетел твой амулет. Быстрее. Ну а что еще делать? Надо амулет брать. Telltale Games представляет. Совместно. Ни хрена себе, так прикольно, блин. Лайк создателям. Совместно с Маджанг. Этот мой. Вичик, иди сюда. Пдыщ. Minecraft Story Mod. Бич. О, господи, как прикольно. Знаете, как они... Надпись Minecraft Story Mod, а они даже внимания не обращают. А теории нету. Окей. Сейчас будут какие-то еще надписи, я не знаю. Аксель, давай врежь ему. Чё ты боишься-то? Ты врезал. Ты вроде бы не боишься. Авторы сюжета. Ну, сами можете прочитать. Я уже всегда это читаю, мне это уже... Хэтчет, бич! Ладно. Ой, это было довольно бически. Бей быстрее! Воу! Пригнись! А теперь беги! На! Джефф Парретт, а антураж. Антураж Джефф Парретт. Там было, я помню сам. Пока! Так нахуй их всех бьет? Хая! Пока! Полетел! Не, он могу так бил их, прикольно было. Черт! Фу, как противно, беги быстрее! Травяные пауки, они тебя укусят, и все, ты сдохнешь. Ладно, шутку. Не, ну ты отравишься и, скорее всего, умрешь, да. Ну, ядом. А, это же травяные пауки. Клю, клю, клю. А, на дом клю, клю, клю нажимать надо. Вверх. Хореография, спут хамак. Сзади! Венакон, лори, пополи, дап, венуджент, ролты ап, а ролты ап, онуджент, ролты ап, а ролты ап, анджент, тынш, ролты ап, а ролты ап, ролты ап, а ролты ап. Пока.
Вон он Джейн, трол ты ап, а роб ты ап, а не фей, трол ты ап, а порил ап, а по... Пока! Рол ты ап, а рол ты ап, Динч, Джейн, трол ты ап, а рол ты ап, а рол ты ап. Отлично! Нам стоит его взять быстрее, а то еще нахуй. Саксин, бро! Ха-ха! Аксель с Рубином побежали такие! Вау! Водичка! Пока, Рубер! Не, он еще держится как-то, не знаю как, но он держится. Я помогу Рубину Акселю. Ты возьмешь он. Потому что своим лучшим друзьям я всегда помогу. А теперь и дружку подвели. Молодца. Он сам за себя постоял. Зачем это напомнил? А теперь валим. Да куда? Полетели, что искать. Все, теперь мы сдохнем сейчас. Молодцы. А. Сука, пошел нахуй. Пизда. Вот это был эпик. О май гад, вот это было эпик, ребят, вы что это было? Это было странно, я не знаю, как я это сделал, это вообще было эпично. О, сальтуха в воде. Поросеночек. Пока. 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 И пока. Не знаю, куда я падаю, если честно. Куда? О, поросёночек. Привет, Рубен. Даже привет. О, Сорен тут живет. Смотрите, тут прямо их Вельгард. Ну, Вельгард. Здесь Сорен живет. Я так прям меня почувствую прям. То, что здесь Сорен живет. Сорен, Сорен, как хотите, называйте его. Отлично. Наверное. Сорен должен быть где-то рядом. Аксель только сейчас прилетит сюда. А вот это вот как Лукас, он не в пол. Ой, господи. А, ну, вообще-то это не очень... Да ёпт. Ничего ты мне не должен, да. Ты не такой, как все, Джейси. Ага. Да может ты нормальный пацан. Что ты толкаешься-то? Не очень-то приятно. Ну это да, это сам нормально, это сам хорошая вещь. И теперь все, кобза.
Сейчас, блядь, сейчас скелеты будут, блин. Беги. По мордаку? Так, нет, их нахер по мордаку. Пока. Вниз. Так. Лоб ты я, пару ты я. Такс. Такс. Блин, я к ней не успел нажать. Не, а смотри, руками дерется, вообще красавчик. Не. Блин, красава, как он руками дерется? Это еле мечом дерусь, а он руками. Блин. Охренеть. Нарезает килла изи пизи лайм сквизи. На, говнюк, за Габриэля. На. Бля, не успел. Не, ну, если мы пойдем... Как раз нас зовут маньяки Нижнего мира, так что погнали в Нижний мир. Быстрей! Не, мы не в Нижний мир вообще идем, мы в край идем. А там ты никто не пожал, в чем прикол-то? Да, капздец. Не самая лучшая идея вообще была сюда спускаться. А где другие-то? А. Ну здесь, как я понял, саран живет. Ну вообще в крае. Блин, амулет уронили-то. Реально бесит уже. Окей, я думал, он плачет. Да? Так, где-то, как-то так называется. Хрен его куча. Что? Господи. Хрен его куча, окей. Ладно, ладно. Успокоимся немножко. Господи, я не могу, мне... Мне глаза из... Слезы из глаз пошли. Слезы из глаз. По крайней мере, мы живы, да? Должно быть это сорон, сарай точнее. Нет, скорее всего это сарен. Это сарен! Это сарен архитектор, быстрее бежим. Ты дебил? Извини, Габриэль, если ты сможешь это... Ладно. Извини, Габриэль, если ты смотришь это видео, а Джейни, сука, как что? Я дебил, я так себе люблю. Вести путь. Не реально хреново куча. Хреново... Да-па-па-па. Короче, бежим просто чисто. Хреново куча. Не, ну, кстати, это саран архитектор. Ой, извините, ребят. Спасибо, кто сказал бузеров.
Господи, не три длится. Ну я вообще планирую все серии по 50 минут делать и все прохождения чисто по 50 минут делать. Так, игры быстрее проходить. Не, блин, ребят, я за 2 дня почти прошел Minecraft Story Mode. Странно. Надеюсь. Будем надеяться. Окей. Тодон. Хорошо. Без проблем, Вася. Вася, без проблем. Не оставай черепах. Что за тупой вопрос? Не, он краснеет. Мне кажется, он превратится прям как... Не, ребят, он превращается прям как в Лив The Walking Dead в последнем эпизоде. Ну, в 5, наверное, выйду. Нормально! Они тут легли спать. Си-си. А представляете, как трудно Габриэль идти? Он еще из-за этого, заразы. Почему сразу же мне? Окей. Мы идем. По дороге не спешим. Зачем меня ты разбудил? Что-то типа такого. Опа, красиво, кстати. Это весь мир Майнкрафт из-за этого. Как ярко. Конечно, 1000 ламп стоит. Пока! Да хватит уже на его жопы. Каждый раз на него жопы. Ну, что-то типа такого, наверное. Может, он немного того? Немного это мягко сказано. Господи, это просто анекдот, блин. Анекдот от Лукаса и этого, Джесси. Хватит, блин, на тебя этот аксель 300 раз падал, не против. Не, ну, он дурмается, понятия не имею. Я сам не имею понятия здесь, что с ним такое вообще. Может быть, это за аксель, то, что он каждый раз на нее приземляется. Ой. Чё-то как тут нечисто. Надо собрать чё? Блин, да жопу. Как самочувствие? Вообще можем уйти отсюда.
Не боятся, что они выберутся из этого края, если не найдут с арены, никак не смогут, потому что нет выхода. По-моему. Рычаг какой-то. Я понял. А мы, кстати, теперь сюда можем проходить. Раньше не могли, кстати, сейчас сразу. Бля. Извините. Замат. Так. Давайте поговорим. Можно узнать, чтобы обрели рану. Дайте расскажем. Да, ну это вообще было, когда я только Айвор ушел. Но это было довольно-таки давно. Ага. Почему сразу ты? А почему? Успокойся, и все. Ну да, это самое, это воин вообще, добрый. Надо держаться вместе. Да. Мы сможем вылечить эту Габриэля, надеюсь. Ага. Окей, дальше скажет. Да, окей. Кек, я угадал. Можешь, пожалуйста, отойти тут рычаг? Да. Все, последний этот и все. Нет, фонтан нам не нужен. Нам сейчас нужен рычаг последний. Был зомби. Кек. Блин, ты управление какое-то не очень. Питомец? Почему? Питомец. Вот рычаг последний. Давайте его используем. Все, теперь сейчас должно что-то открыться, ведь вот. Все, отлично, есть, давайте, да, класс, класс, класс. И что дальше? Кнопка. Подыщ. Сейчас должно вроде что-то сработать. Да, отлично, все, мы нашли дверь. Мы нашли дверь. Ой, продолжим. Надеюсь. А, кстати, где Магнус и я, этот, Эльгард? Угу.
Да не за что. Что-то спасибо-то. Нет, только не надо еще здесь что-то искать. Может, и бесит. Ай, фак. Может, будем сразу же в гостиную? Давайте фонтан взглянем. У нас же фонтан посмотрели бы, а потом уже только пойти туда, пойти туда, пойти туда, туда. А, в гостиную то. Не будем взглянуть, нам сейчас что-то видел. Может, создать картину, что-то есть. У меня просто такое предчувствие было. Мы, почему мы туда пойти не... Да ёп. Да. Все. Да. Вот. Может, откроем? Может, он там просто не слышим? Ой, там какая ссора. Ой, извините, я взяла просто. Может быть, там как раз ссора. Ссора, точнее. Как он вообще выйдет оттуда, я понятия не имею. Кто-то включил эту запись. Это... Да, сэр, да. Ну, вообще, Сора должен быть тут по сюжету игры. Джесси. Он обучает странников края. Кстати, вроде одинокий. Нет, там это не нужно. Да какой-то. Да, я видел тут костюм странника края был. Это странно очень. Может быть, он маскируется и выходит туда? Да! Пахнет так же, как они. О, господи, да, это противно. Окно взглянуть. Там Сорен был! Там Сорен был! Ребят, вы это видели? Там Сорен, у него там рот был открыт. Я видел, это Сорен был. Ребят, вот это лохи, честное слово. Спалились, что еще сказать. Вон сарай, его рот торчит, видите? О, все. Изи-пизи, разработчики не успели это скрыть, да? Думаете, они найдут все пасхалки этой игры? Ну ладно. И ну, вообще, я, возможно, буду еще делать иногда видео по пасхалкам. Я обязательно, если буду делать пасхалку Minecraft Story Mode, обязательно добавлю эту часть, обязательно. Потому что это реально палевная часть. Может, что-то собирать надо? Нет?
Дай. Дайте, может быть, блоки? Нет. Искать. Шесть блоков, блин, окей, найдем. О нет, там же стороны, я видел, урод. Окей, поиграем. Блин, так перестал лагать, так плавно стал. Давайте берем благоволение, короче. Знаете, сколько у меня, ребят, FPS? 100 FPS, охренеть, ребят. Первый блок. Второй блок. У нас пока что только 2 блока, нужно... Осталось только еще 4. Нужно вообще 6. Нам осталось вообще 4 только. Вот, еще один. Осталось столько же, сколько мы нашли. Ну, точнее, 3. И мы найдем. Блин, да я не знаю, просто управление довольно трудное. Есть они здесь? Может быть, здесь немножко кусок глины есть? Нет, нету. А, вот кусок глины, я же говорил, он должен здесь быть. Схватить. Окей. 4 уже. Осталось 2. Так что надо. Наверху сундуки, кстати. Лайк, кто заметил. Я только что заметил, если честно. Хотя обычно, наверное, все заметили, когда мы только вошли. Тут что-то было, я видел. А от сундуша ты не можешь обыскать? Будем варить. Зря время тратить, так сказать. А что других-то обозвать не можем? Не знаю, ну там я наверху не видел никаких блоков глины, когда ходил последний раз. Ну там должен быть вообще по принципу. У нас их 4, а надо еще 2. И будет финал вей. О, ребята, его не было. Окей, ну или было, не знаю. А почему последний-то? А, остался последний. Ну да, остался-то последний. А вот где он только? Последнего нигде не вижу, и не... Ну, нам последний нужен, да. Впрочем-то. Кстати, ребят, у меня... Как думаете, нормально такое искусство, если будет последний эпизод, и всегда его проходить чисто, там, за одну серию? Кажется, даже нормально будет, нет? Нет, говорить мы с Рубином не будем. Зря время, так сказать, тратить. И вот он стоит там, по-моему, блок глины, нет? Не, я не знаю, где блок глины последний. Растение, я думаю, блок глины. Давайте спросим, может, у него. Окей. Не, ну я, у меня только 5. Я не знаю, где 6. Дай боль. Такие глаза. Ну, надо выйти. Хрю. Не уходить. Ой, ты мой хороший. Ну да. Давайте наденем, ну, нам... А, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нам 6 нужно, а у меня только 5. Я не знаю, где 6. Надеть.
Бенч. Эпик. Бенч. Эпик. Бенч. Эпик. Бенч. Эпик. Бич. Ну, если честно, конечно, ты идиот. Ладно, шутку. Ну, мы такие прекрасные. Не, ну я не видел. Нам нужно найти еще последний. Ну, последний. Привод, честно, последний нигде не видел вообще. Вообще, где этот был, блин, последний? Давайте прям вообще всю точку искать. Прям каждую точку подмечать. Вообще, я уже 46 минут снимаю, как бы. 55 минут будем снимать. Просто интересно даже очень сильно. Что будет дальше, что будет. Может быть, уже эпизод конец будет. Но эпизод довольно интересный, кстати. Этот эпизод, наверное, самый долгий будет. Потому что второй эпизод вы видели, как быстро закончился. Нет, нигде нету, не знаю где. Вон зелень наверху торчит. Давайте все воспользуем, запись. Черная эта хрень, используем, давайте. Окей. Окей. Давайте все применим. Тем, что ты мне... Да, как я... он любит сраников края. Особо... Так, ну, как вы знаете, я не могу вообще найти нигде длину. Ну, а я вообще не вижу нигде это. Блин. Жуть. Может, нам не обязательно этот? Нам, наверное, не обязательно этот. Ну, понял. Ну а чё? Как будто они меня схавают там. А за миску его, или чё? Буду действовать скрытно. Блин, такие слова еще жуткие. Погибнуть. Не, ну зачем за мной Рубен? Рубен, иди. Так. Ой. Пока. Hello, guys. I am Jesse. An Enderman. Померден. Что я сказал? Ладно. Возьмем блок у него, у него последний блок. Не, веди себя как.
Ой. Пока. Быстрее вали. А зачем? Нам же с ним занять строительством надо. У нас 6 блоков, ну как на карте прям показано. Ну, окей. Ой, извините. Опять. Чихнул. Сказал, будь здоров, спасибо. Ладно. Я просто боюсь выходить, думаю, то, что они на нас не пойдут. Я там был сорван, я помню. Ах, ох. Не, ну вообще я бы не советовал в такое время выходить, потому что морал, то, что не знаю, где мой блог. Пользоваться. Опа, логика. Так. Ну, блин, не обязательно это говорить. Я просто забыл крафт. Так. Сюда. Тьфу. Вот тебе мне очень нравится. Окей. Нормально. О, сорян! Да, потому что нас Бендермен схватили бы. Да, я так и хотел сказать. Ну, с орден мы нашли. Весь орден камня в строю. Теперь можно драться с этой сушающей бурей. Спасать мир. А, слушай, сорви, ты убил странника этого, дракон край. Элевер, твой друг. Андрей, у нас следующая серия. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, комментируем, ставим лайк, сам был не